А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Борис Гейм. Он проходит GTA 3 и также делает много конкурсов. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десант, добро пожаловать в новую серию открытия кейсов с покемонами, как в CSGO, где мы продолжаем открывать эти кейсы на моих серверах, ребята. Кому интересно, то ссылочка на них в описании, заходите и играйте. Сейчас тут ночь, в смысле как ночь, сейчас вообще ночь у меня и во всем мире, поэтому большого количества людей тут нету, хотя вот у меня сейчас... пол первого ночи в России, в Москве это уже 2 часа ночи, но играет, в принципе, около 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, короче, 10 человек где-то, за исключением меня. Но все же, ребята, многие меня уже просили, многие меня уже спрашивали: Эдисон, где открытие кейсов? Эдисон, где открытие кейсов? Я соскучился. Но вот, ребята, специально для вас, те, кто просит, те, кто ждет, тому, кому нравится открытие кейсов, вот оно, ребята. Сейчас мы опять приступаем, и кто помнит, мы будем открывать по 3 кейса в общей сумме 12 кейсов. 3 серебряных, 3 золотых, 3 алмазных и 3 изумрудных. Сразу же приступим. С серебряных кейсов падают простенькие... может чуть-чуть где-то редкие, которые не прям уж сильно-сильно тяжело найти, шайни покемоны. Такие, которые, в принципе, могут вам встречаться, но шайни довольно-таки нечасто, да. То есть можно найти шайни свайну, можно встретить, в принципе, даже можно встретить, но не очень так часто. Поэтому, ребята, давайте мы сразу же посмотрим, как это все работает. Вот он, шайни свайну, который у нас невидимый, что ли, нужно нафиг перезайти, или это просто... вот, Shiny Swine, наконец-то я думал, нужно будет перезаходить. Очень громко, или мне кажется? Вот так, сразу же, да залезь ты нафиг обратно в компьютер, в какой компьютер? То ли у меня глюч, то ли не знаю. Но мы сразу же приступаем и открываем второй по счету серебряный кейс, посмотрим, кто нам выпадет. Я хочу Shiny Jinx. Никогда мне еще не выпадала Shiny Jinx. Я хочу Shiny Jinx, мама, купи мне Shiny Jinx, пожалуйста. Пожалуйста. Или Shiny Вайнаут. Я бы как хотел тоже Shiny Вайнаута. Shiny Литвик нам уже выпадал. Кто нам еще тут не выпадал, это Shiny Вайнаут. И Shiny... Старью. Shiny Старью нам не выпадало. И Shiny Джинкс нам не выпадало. Да. Ух ты. Shiny Хорси. Shiny Хорси, ребята. Это даже очень круто. Дайте-ка я перезайду, а то что-то меня уже кумарит вот эти лаги. А ну, ребята, сейчас попробуем. Давайте сначала Хорси. Да, вот я перезашел, вроде нормально. Shiny Хорси, красавица было бы. Но, правда, разработчики, ну еще как бы. Может, нужно поменять уже текстурку. Но следующая эволюция реально очень даже красивая. И, ребята, мы открываем последний серебряный кейс и посмотрим, что же нам выпадет с последнего серебряного кейса. Где выпадают такие, ну, нормальные шайни покемоны. Нормальные шайни, ну, в смысле, обычные, нет, обычные шайни покемоны, это еще глупее звучит. Ну, как бы не очень редкие шайни покемоны, да. И шайни свайну, вот, ребята, честно, вот сейчас я вспомнил, шайни двибл нам уже выпадал много раз, а шайни сваблю нам еще тоже никогда не выпадало. Шайни сваблю, это очень даже... круто. Ну что, ребята, переходим к следующему кейсу, а точнее к золотому, где выпадают, где могут выпасть шайни стартовики. То есть в этом кейсе находятся все стартовики, но только шайни. То есть выпадет, может, вам может выпасть любой шайни стартовик. Обычный не может, только шайни. Это круто, многие хотят там шайни Пиплапа, шайни Маткипа, шайни Синдаквилл. Под нами был шайни Маткип, самый ценный шайни стартовик, мне так кажется. И прямо над ним нам выпал шайни Синдаквилл. Твою жопу, а? Ну ладно, пускай уже будет, не будем расстраиваться по этому поводу. Может, нам выпадет сейчас что-то крутое. Посмотрим. И, пожалуйста, хотя бы Shiny Пиплап. Нам еще Shiny Пиплап никогда не выпадал. Нам уже даже выпадал Shiny Маткип, но Shiny Пиплап никогда. Пожалуйста.
Пожалуйста, Шайни Чармандер. Ну, более так менее, не прям супер, но прикольно. Его финальная эволюция Чаризард, черный Чаризард, прям офигеть какая крутая. Не знаю, видели ли ее кто-то или нет, но она реально очень даже крутая. А Шайни Чармандер, он такой более золотой, что ли. А вот Чаризард это прям супер, ребята. Ну что, последний золотой кейсик. И кто нам выпадет? Кто нам выпадет? Останавливайся уже. Опять Шайни Мадкип пролетел. Шайни Сквиртл, то есть... Ну, такое, ребята. Более-менее. Давайте это все выложим вот сюда и вот сюда. И, ребята, мы приступаем к алмазным кейсам, где выпадают шайни, то есть редкие шайни-покемоны, такие как шайни Дратини, шайни Риоу, шайни Ларвеста и многие другие. Давайте посмотрим, кто нам выпадет в этой серии. Будем надеяться, что кто-то даже очень крутой. Посмотрим, ребята, кто там пролетает, кого шайни Гасли, шайни Иви. И Шайни Блисси, кто там еще? Шайни Сандил, Шайни Хундура, ребята, вот я Шайни... Ух ты! Там, я не знаю, выпадал ли нам когда-то Шайни Сандил? Офигеть, давайте посмотрим. Крутой даже, прикольный. Финальная эволюция вообще... Офигеть, Шайни крокодилушка такой. Шайни Хундур, вы себе не представляете, какой он красавец, честное слово, ребята, он вроде такой синий, как будто изо льда, хоть он и огненный покемон, но когда он Шайни, он как будто со льда восстал такой, реально он очень красивый. Шайни Гасли, почему бы и нет, нам никогда еще Шайни Гасли не выпадал, это первый Шайни Гасли, очень даже пукает тут. Но все же прикольно то, что он выпал. И последний изумрудный кейс, посмотрим, кто же нам выпадет. Пожалуйста, кто-то крутой. Пожалуйста. Пожалуйста, кто там пролетает. Шайни Лапрос я вижу. Шайни. Ух ты, Шайни там. Опять Шайни. То знаете, ребята, вот такой... Вот такая штука. То, что нам никогда не выпадал Шайни Гасли за эти все открытия, за эти все серии открытия кейсов. То есть сколько их там я уже не было, я уже не помню. Но нам никогда не выпадал Шайни Гасли. Это наш первый Шайни Гасли вот сейчас выпал. И сразу же за ним выпал второй Шайни Гасли. То есть, мать твою, ты что, издеваешься? Ну, ладно. Три последних кейса. Кто не знает, с этих кейсов выпадают легенды и даже шайни-легенды. Сразу же приступаем. Нам никогда, кто не смотрел предыдущие серии открытия кейсов, нам никогда не выпадала вообще Райкваза, шайни-Райкваза, Гроудон. Офигеть! Я прям предсказатель какой-то или что? Нам никогда не выпадала Райкваза, Шайни Райкваза, и выпала Шайни Райкваза. Я прям такой... Ребята, это возвращение открытия кейсов, мать вашу. Вот как долго не было открытия кейсов, уже многие успели соскучиться. И вот, ребята, мы вернулись, и нам сразу же выпала Шайни, мать ее, Райкваза. Необычная Райкваза, а Шайни. Вы помните серию, где я даже был готов отсосать, если нам выпадет, кто помнит? Я даже готов был, но тогда нам не выпало. Вот сейчас я вообще ничего не говорил, нам выпала Шайни Райкваза с первого же кейса, с первого же изумрудного кейса. Офигеть, это очень круто. Шайни Райквазу мы, ребята, себе сохраняем, это охренеть как круто. Все, можете уже выпадать Мью, можете даже там Мэджикарп выпасть, хоть это невозможно, но все же. Можешь там даже Мэджикарп выпасть с этого изумрудного кейса, мне уже похрену, потому что нам уже выпала Шайни Райкваза, это охренеть просто. Это просто охренеть, честное слово. И Лугия, то есть, охренеть, ребята. Кто нам выпадает из 20, когда было огромное открытие кейсов, где мы открывали по 20 кейсов. Где мы открывали по 20 кейсов. Из 20 изумрудных кейсов нам выпало около 15 Мью. А Мью это самая бесполезная легенда на серверах. То есть с нее даже нельзя сделать. Мьюту это самая бесполезная легенда на серверах. Вот я в руке держу Лугию, офигеть.
Поэтому, ребята, я тогда был охренеть. 15 мью. 15, мать твою, мью с изумрудных кейсов. А тут я открыл два кейса подряд на выпало шайни Райкваза и Лугия. Офигеть. И последний кейс. Удиви меня. Удиви меня, эта серия открытия кейсов. Выпади нам шайни Гроудон. Я не знаю. Я на лысо пострижусь, если нам выпадет. Я вам сейчас... Ну, все же. Не дождетесь, потому что... Когда я уже начинаю такое говорить, то уже открытие кейсов начинает думать. Ага, хрен тебе шайни Гроудона, даже если ты на лысо пострижешься. Не выдам я тебе шайни Гроудона. Но все же шайни Райкваза и Лугия, это, если честно, даже очень круто, ребята. Вот наш приз за новую серию открытия кейсов. Нам выпала шайни Райкваза в этой серии. Я и, ребята, честное слово, рад. И на этом мы уже будем заканчивать, потому что мы уже открыли все кейсы. Если вы хотите больше открытия кейсов, как вы меня уже давно просите, я вам все-таки, ребята, его сделал. Все, что у вас требуется, это поставить лайк. Как, вот, ребята, честное слово. Как только мы сейчас наберем 800 лайков, сразу же в тот же день выходит... Я просто увижу, что то, что вам понравилась эта серия, и вы больше хотите открытия кейсов, сразу же выходит следующая серия. Поэтому, ребята, не стесняемся, ставим лайк. Как только мы наберем 800 лайков, в ту же секунду выходит следующая. Или в тот же день, как получится. Честно, ребята, у меня просто интернет такой, который заливает серии полдня. Поэтому извиняюсь, если иногда есть задержка, потому что, ну, я не могу на него... Тут, чтобы он ускорился, да, и быстрее заливал видео. Поэтому, ребята, я извиняюсь, но все же я постараюсь выпустить как можно быстрее новую серию. Также я буду очень сильно просто-напросто рад, и это действительно придаст мне больше сил для записи новых видео. Предпоследнее, это то, что оставляем свои комментарии, я отвечаю на вопросы своих подписчиков, я с ними общаюсь, поэтому, ребята, если вы имеете желание со мной пообщаться, все, что вас требуется, это просто-напросто написать свой комментарий, оставить его, я постараюсь его прочитать, ответить, и также с тобой пообщаться, Эминем прям, я не знаю, что на меня нашло, ладно. И последнее, ребята, это, вот сейчас уже точно последнее, обещаю, и последнее, это то, что, ребята, подписываемся на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, я прям считаю вас, как только ко мне кто-то новый подписчик. Я действительно, ребята, очень сильно рад, поэтому вступаю в нашу большую дружную семью, вы не будете тут лишним, я, если честно, прям приму вас с большой радостью и честно буду к вам относиться как к брату или там лучшему другу, потому что я действительно отношусь так к своим подписчикам, кто, ну, там, меня уж сильно не достает, или там, Эдисон, там, купи мне Ламборджини, ты же мне брат, да, то есть, ну, такие просто... А кто нормально относится, того, ребята, я всегда приветствую. Ну, на этом мы будем действительно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Я, короче, пошел обмывать шайни Райквазу, там, пивасики, все. Ладно, все, не будем вас задерживаться, пошел. Всем пока!